55 pounds, excuse me, kilo, semi-final. This is the second semi-final at 55 kilos. Итак, вторая полуфинальная пара борцов на ковре C. 55 килограммов. Также борьба за выход в финал. В красном трико выступает Расул Машезов, представляет Кабардино-Балкарскую республику. Молодой спортсмен, 19 лет, 10 лет занимается борьбой. Лучший результат – победитель первенства Европы 2007 года среди кадетов. 8 Михайлов в синем трико, опытнейший спортсмен, мастер спорта международного класса, 25 лет. 13 лет занимается борьбой у тренера Кирилина. Чемпион России позапрошлого года. В этом сезоне. Все уважаемые зрители, тренеры, участники будут проходить на одном ковре C. Полуфинальные встречи. Ковры А и Б свободны. Напоминаем, что в 16 часов взвешивание следующих весовых категорий. В 16 часов. А в 17 часов церемония торжественного открытия чемпионата России. В 17 часов 5 часов вечера. После чего начнутся утешительные схватки в этих двух весовых категориях. И затем 6 схваток за третьи и первые места и награждение сильнейших борцов. European cadet, European champion. Do you know this one? Cadet champion in Europe. European champion. In red. Versus former Russian national champion 2 years ago. Young. Hey. How old? Oh, 19, he's bleeding bad. 19 years. Huh? Not too bad. I love the doctors. Can't get enough of the doctors. Here's the blood. See that? There's blood all over the mat still. Hey, come more, on here and smear this blood around. Can we get a little more surface area of blood? Ball grab. Russian ball bag. Maximize the amount of blood that's on the mat. We don't want to keep it in one area. Green. The guy in the green seemed like it's messed the ball bag. Первый период выиграл Расул Машезов. Thank you.
kid is young. Future sensation, Tigran. What's it? Future sensation. Oh, there's Mexico. Ha ha ha!
He's gassed so bad. Вечером в финальном место встречается Виктор Лебедев.